Красота-то какая! Прямо оперный театр. Pare già una festa, che bella cosa, una giornata e sole. Giornata e sole. Благодарю вас. Благодарю вас. Я вас люблю. І вас тоже люблю. І вас тоже люблю. Попридержите ваших коней, молодой человек. Кто вы? Я Лучано Паваротти. Лучано Паваротти, Лучано Паваротти. Лучано Паваротти не записан сегодня на фотосъемку. Я бы удивился, если он был в списке. Я пошутил. Вы вообще кто такой? Я Хаим, брат невесты. Кто? Хаим, брат невесты. Что вы орете? Тишина в студии. Все по местам. Приготовиться к съемке. Привет. Ничего. Вы кто, сестра жениха? Проходите, садитесь. Привет. Привет. Сестра жениха, на съемку. Привет. Привет. Больно. Тишина в студии. Подними трубку. Ты что, глухой, что ли? Иди, подними трубку. Боже, почему ты такой медленный? Подними трубку, я сказал! Пока моя батарейка не сдохла. Все, я нашел. Благодарю вас. Начинаем съемку. Музыку. Здравствуй, Дэвид. Спасибо, что ты не поздравил меня с днем рождения. Ну и что, что сегодня свадьба моей сестры? Большое дело. Мне сегодня 13. Я, можно сказать, стал мужчиной. Я стал мужчиной. И никто даже не заметил это. Дэвид, можно я тебе что-то спрошу? Только это между нами. После твоей бармицвы ты почувствовал в себе какие-то изменения? Ну, я имею в виду как мужчина. Что значит, это было давно? Это было пару месяцев тому назад всего. У тебя уже развивается старческий склероз? Тишина в студии. Извините. Дэвид, мне не до шуток.
Что ты не понимаешь? Меня интересует, как завоевать сердце женщины. Нет, я никогда не прыгал с моста. Что общего между прыжком с моста и общением с женщиной? Легко сказать, нужно только сделать первый шаг. Какие правила я должен запомнить? Комплименты, цветы, иностранный акцент. Причем здесь акцент? Ну хорошо, я попытаюсь. Немецкий годится? Понял. Французский лучше. Итак, закрываешь глаза и делаешь большой шаг. Пока летишь вниз головой, развлекаешься тем, что даришь цветы, делаешь комплименты и беспечно болтаешь с легким французским акцентом. Дэвид, ты совсем с ума сошел? Тишина в студии. Извините. Дэвид, где ты все это взял? Ага, на интернете. Я тебя когда-нибудь просто придушу. Брат невесты, вы готовы? Нет, дайте мне секунду. Мне нужны цветы, комплименты, 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 французский акцент. Бонжур, мадемуазель. Бонжур, мадемуазель. Итак, делаем первый шаг. Бонжур, мадемуазель. У вас все нормально? Не совсем. Мне нужна французская музыка. Пожалуйста. Включите ему французскую музыку, пожалуйста. Французскую музыку, пожалуйста. Бонжур, мадемуазель. Ты такая красивая сегодня. Да, я знаю. И что дальше? Когда мы вырастем, давай поженимся. Зачем? Тебе уже 12 лет. Сама должна понимать, зачем. Потому что я хочу иметь красивую жену, веселую еврейскую свадьбу и хупу. Мне страшно нравится хупа. Неужели ты никогда не мечтала в день своей свадьбы стоять под хупой, украшенной цветами? Ты такая красивая, с цветами. И у тебя такое красивое французское имя. Шарианна. Выходи за меня замуж. Шарианна созвучна с еврейским именем Сара. Так мою бабушку звали. А мое еврейское имя Хаим. Я думаю, что оно произошло от французского. Лахаим! Ты выйдешь за меня замуж? Я думаю, это будет проблематично. Во-первых, у меня уже есть несколько предложений. А во-вторых, я не думаю, что нам это разрешено, ведь твоя сестра выходит замуж за моего брата. Ну и что? Я что-то не догоняю. Дзин-дзин, подними трубку, ты действительно слишком медленный. Если твоя сестра выйдет замуж за моего брата, мы станем родственниками. И по еврейским законам не сможем пожениться. Я не эксперт в еврейских законах, но не думаю, что это относится к нашей ситуации. Ваша семья религиозна? Как тебе сказать? У меня будет бар-мицва через несколько дней. И если честно, я никак не могу запомнить эту молитву, которую должна сделать моя мужчина. Вы поститесь на Йом-Кипур? А как же? И ходим в белых тапочках, все как положено. А на Пейсах мы сидим на диете и едим только мацу. Ты уверен? Я знаю, что по мне это не очень заметно, но до свадьбы я обещаю похудеть. Я буду пить только диетические напитки. Перед еврейской свадьбой все садятся на какую-нибудь диету. Мне это не угрожает. Я вообще не собираюсь оставаться еврейкой. Но почему?